Ректоры России и Германии встретились в Балтийском федеральном университете имени Канта. Стороны обсудили существующие программы поддержки студентов, молодых ученых и преподавателей, а также инструменты для развития совместных исследований. Речь зашла и о проблемах в налаживании сотрудничества в области высшего образования между Россией и Германией. Участники встречи настроены решить вопрос недостаточного количества информации о возможностях обучения в российских вузах для немецких студентов и молодых ученых.